Ну, как дела, Марфа? Как семья? Как муж? Что так? Не оправдывает надежд? Не сама ли виновата? Ты думаешь, мой Артур всегда таким был? Я его подобрала, когда он еще был рядовым аспирантом. Мужа надо делать, Марфа. Да, по-моему, Артур Карпыч идеальный муж. Идеальный муж тот, который верит, что имеет идеальную жену.